Здравствуйте, уважаемый подписчик! Добро пожаловать во второй урок бесплатного курса «Интернет-серфер». Как покупать любые вещи с большими скидками? Тема сегодняшнего видеоурока. Наверное, вы хотя бы раз задумывались над тем, как было бы здорово, если бы вещи, любые вещи, стоили дешевле, хотя бы на процентов 30 или 50. Только представьте, ноутбук, который стоит 15 или 20 тысяч в магазине, можно было бы купить за 10 тысяч рублей. Мобильный телефон, который стоит 10 тысяч рублей, можно было бы купить за 5 или 6 тысяч рублей. Здорово! На самом деле это возможно и это реально. На сегодняшний день есть так называемые сайты купонов, сайты скидок, на которых вы можете приобрести как физические товары, так и услуги с большими скидками. Как это сделать? Давайте я вам расскажу прямо сейчас. Итак, давайте введем в Яндексе такой запрос, который называется купоны скидок. И мы здесь увидим большое количество разных сайтов. Groupon, да? Biglion, Купи бонус, Купи купон, Е-купон. Их просто полным-полно, этих сайтов. Эта тема появилась буквально год назад. Еще 2 года назад этой темы не было и в помине. Придумал ее один американский предприниматель. Смысл заключается в том, что любой человек, обыватель, может приобрести какой-то товар или услугу с огромной скидкой. Но для того, чтобы воспользоваться этой скидкой, вам нужно, естественно, зарегистрироваться на этом сайте. Вот, допустим, первый сайт Groupon. Да? Выбираем наш город. Допустим, у меня Челябинск, вы можете выбрать свой город, к примеру, там Екатеринбург. Нажимаете «Продолжить», вводите электронную почту, нажимаете «Сохранить», и вы сможете увидеть все скидки, которые есть на данный момент времени, которые являются актуальными, которыми вы можете воспользоваться прямо сейчас. До того момента, как вы зарегистрируетесь, раньше этого времени, то есть не зарегистрировавшись, вы не можете посмотреть эти предложения и, соответственно, воспользоваться ими. Первый сайт groupon.ru, второй сайт, к примеру, biglion.ru. Здесь можно посмотреть, но воспользоваться предложениями нельзя, пока вы не зарегистрируетесь. Вот. И третий сайт купикупон.ру. Таких сайтов полным-полно. Я вам об этом только что говорил. Но фишка заключается в том, что один умный парень, таких парней уже, по-моему, несколько, взял и придумал такой сайт. Сейчас я вам его покажу. Этот сайт называется купонгид.ру. Я вам советую запомнить этот адрес, либо написать его в Яндексе, по-русски даже можете. Купонгид.ру. В чем его уникальная особенность? Как я уже говорил, сайтов, предоставляющих скидки, их очень много. Вот вы видите наверху этот небольшой список. Алькупоне, Лотбест, Купоном, Ситирадар, Бигбаззи, Выгода.ру, Купикупон и так далее. Их очень много. Но есть ли смысл регистрироваться на каждом из этих сайтов, на каждом из этих сервисов купонов и скидок, для того, чтобы знать о новом каком-либо предложении? Конечно же нет. При том, что таких сайтов уже, по-моему, более 100 с лишним. Представляете, вы будете регистрироваться на 100 сайтах? Да, это бред. Поэтому появился вот такой очень полезный сервис, называется CouponGuide. Он нужен для того, чтобы вы могли прямо сейчас отследить предложение какое-нибудь интересное и, соответственно, им сразу же воспользоваться, если оно вас заинтересовало. Для начала нужно выбрать свой город. К примеру, я выбираю город Уфа. К примеру, нажимаем Уфа. И мы здесь можем видеть абсолютно бесплатно, даже еще не зарегистрировавшись, все предложения, которые есть на сегодняшний день в Уфе. Вот, к примеру, автокредит со скидкой. Обследование на хламидиоз. Микроплазмоз. Ну, в общем, это для тех, скорее всего, кто подозревает, что он болеет венерическими заболеваниями. Сеанс оксимизотерапии с пилингом и массажем в медицинском центре за 600 рублей вместо 2000 рублей. То есть мы здесь видим цена купона написано, время действия купона, сколько дней еще будет возможность приобрести этот купон. Видим, что конкретно мы получаем. Мы получаем за 600 рублей, то есть ту сумму, которую мы платим за купон, без каких-то дополнительных доплат, мы получаем сеанс оксимизотерапии.
Соответственно, чтобы воспользоваться этим купоном, купить его, нажимаем на кнопочку «Купить на купи купон». И, соответственно, уже переходим на этот сайт. Чтобы им воспользоваться, этим предложением нужно будет зарегистрироваться. Чаще всего так и бывает. Вот нажимаем на кнопку «Купить». Видите, нам нужно зарегистрироваться. Именно уже непосредственно на сервисе, который называется «Купи купон». Вот. Регистрация очень простая, буквально пару секунд занимает, поэтому я даже показывать не буду. И тут самое интересное то, что когда вы выберете купон, способов оплаты очень много. Банковская карта, электронные деньги, смс-платеж, терминал, который находится в любом магазине. Вариантов оплаты очень много. Самое главное, что вы можете выбрать именно то, что вам действительно по вкусу на сайте Купон Гид. Смотрите, вот всего лишь на сегодняшний день, на сегодняшний момент, как много предложений на этом сайте. А вы представьте, если бы этого сервиса Купон Гид, этого сайта не было бы, вы бы по каждому сайту ходили бы и смотрели, какие на сегодняшний день есть актуальные предложения. Это просто бред. А тут вы видите, сразу можно посмотреть, какие предложения есть. Допустим, если вы любите суши, скидка 80% на мастер-класс по приготовлению японских роллов. Мягче не придумаешь, скидка 60% на кресло-мешок от компании Fruity Puff. Уборкой займутся роботы. iRobot Russia. Цена 10 450 рублей. Вот. Для того, чтобы воспользоваться купоном, нужно, естественно, сначала его приобрести, то есть зарегистрироваться на сайте, который продает купон, а затем оплатить и распечатать купон и предъявить в том месте, где вы собираетесь приобрести какой-либо товар или услугу. Вы приходите с распечатанным купоном, получаете товар, воспользуетесь услугой, которую вы заказали, за которую вы заплатили деньги, и уходите счастливыми и довольными. Поверьте мне, здесь нет никакого обмана, никакого надувательства, все абсолютно честно. Я вам не хочу тратить время на то, чтобы раскрывать всю эту систему, за счет чего здесь зарабатывают рекламодатели, за счет чего такая низкая цена, но поверьте мне, я это считал, анализировал и действительно могу вам сказать со всей ответственностью, что здесь нет обмана, что это все честно. Поэтому товар, услуга, она абсолютно качественная, и вы можете смело покупать купоны и воспользоваться. Я лично уже порядка 20 раз использовал различные предложения от скидочных купонов. И очень доволен, потому что буквально за копейки можно получить кучу положительных эмоций, приобрести какой-либо товар. В общем, одни положительные эмоции и позитив. Поэтому регистрируйтесь на сайте купонгид.ру, выбирайте ваш город. И, соответственно, уже если вас конкретное предложение заинтересовало какое-то, вы нажимаете «Купить» через какой-то сервис, и вам опять-таки нужно будет тоже на этом сервисе зарегистрироваться. Но вообще, если вы не хотите как бы мучиться, я вам хочу порекомендовать сразу три, наверное, самых крупных сайта купонов, по моему личному мнению. Итак, вот эти три сайта. Первый сайт «Купикупон.ру». Нужно будет зайти на него, зарегистрироваться, выбрать ваш город, ввести ваш email адрес, и вы сможете увидеть актуальные предложения, которые есть на сегодняшний день. Второй сайт выгода.ру, выгода.ру. Также вводите ваш email адрес, выбираете, кто вы, мужчина, женщина, нажимаете готово и видите огромное количество разных предложений. Вот, к примеру, здесь хоть и немножко серым фоном, но можно увидеть, допустим, что смартфон Acer на базе Android 2.1 можно купить всего лишь за 4444 рубля. То есть очень дешево то, что нужно. И последний сайт biglion.ru, который на сегодняшний момент немножко перегружен, поэтому он недоступен, но в обычное время он всегда доступен, работает, и на нем также огромное количество разных скидок. Используйте купоны, пользуйтесь благами цивилизации, покупайте вещи, услуги и вообще положительные эмоции буквально за копейки, и до новых встреч!